Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go. Сегодня у нас творческая игра. Игры с пластилином, игры на мелкую моторику. Какого цвета у тебя в ручках пластилин? Красный. А вот этот какого цвета пластилин? Динчик. Вот этот вот желтый. И у нас новый цвет есть, серый. Его мы еще не изучали. Вот, у нас есть замечательная книжка. Пластилиновые картинки. И вот на ней ежик нарисован. Идея заключается в том, что мы берем картинку. Вот, например, здесь подписано. Надо сделать ягоды земляники из маленьких красных шариков пластилина, надавливая пальчиком на каждый шарик. Как вы понимаете, творчество и мелкая моторика. Денечка, давай сделаем ягодки красные из пластилинчика. Давай, где у тебя красный пластилин? Мама тебе поможет сделать ягоды красные, да? Земляника, вкусные ягодки, они дикие, их можно найти в поле. Собирать их, правда, очень сложно, потому что их плохо видно. Давайте лепить земляничку, Дениска. Так, вот, хорошо. А вот здесь, смотри, давай. У нас есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ягод земляники. Давай залеплять их. Раскатаем сначала плюшечку такую. Так, и куда надо лепить? Ты пока что обратно все прилепляешь. Денис, смотри внимательно. Куда надо красный пластилин прилепить? Как туда? Давайте вместе с мамой прилепите, куда надо. Это очень большой кусочек, День. Вот у тебя где земляничка? Так, хорошо, одна есть. Супер. Хочешь дальше зеленый лепить? Но у нас зеленый не получится, потому что здесь нет задания на зеленый пластилин. Нет задания на зеленый пластилин. Так что давай или красный, или желтый, или серый. Листаем дальше, да? Давай дальше. Одну земляничку прилепили, хватит. Давайте дальше. У нас задание будет или серым, или желтым пластилином. Вот. Божья коровка. Денис, как это называется? Божья коровка. Божья коровка, ей надо налепить серые кружочки на спинку. Денечка, давай серые кружочки будем лепить ей на спинку. Отрывай маленький кусочек, раскатывай и придавливай. Так. Давай хорошенечко старайся. Можете вместе с мамой залепить ей всю спиночку. На божьей коровке, да? Вот. Смотрите, как интересно. У нас сейчас будет разноцветная, черная, серо-красная спинка у божьей коровки, а не просто сплошная красная. Так, Денечка, надо равномерно лепить кружочки, а не собирать их. Давай, лепи. Нет, а куда надо? Вот сюда надо, на пустую спиночку. На пустую. Сколько у нас уже с тобой кружочков налеплено? Пять? 5. Это 6. 7. И вот можно 8, да? 9. Смотрите, друзья, божья коробка у нас готова. Вот такими кружочками получилось. Еще у нас есть кусок желтого пластилина. Дениска, давай соберем пластилинчик. Давай соберем. Молодец, собирай. Чтобы мы могли в следующий раз еще потренироваться. Правильно? Yeah. Супер! И еще у нас есть желтый пластилин. И у нас есть такая замечательная бабочка. Бабочка. Видите, у нее есть желтые кружочки. И вот у нас большая бабочка, на которую надо наклеить сколько? 6 кружочков желтых. 3 с одной стороны, 3 с другой. Денечка, давай плюшечки скатываем. И клеим на крылышки бабочки кружочки. Давай. Так. Так. Не там? Нет, ну это же у нас образец картинки. А нам надо вот сюда налепить. Давай.
поучаствуем активненько. Денечка, смотри, сколько мы уже налепили штучек? Две. А теперь? А теперь три. Три. А ты уже хочешь все закончить, да, лепить? Ну, в принципе, друзья, вы видите, достаточно занятная игра. Дальше Дениска хочет уже лепить самостоятельно. Вот такая у нас получилась бабочка. Вот, с крылышками, с желтыми кружочками. Сейчас мы пластилинчик соберем. Дениска, давай соберем пластилинчик. Вот. И полепим сейчас что-нибудь уже без друзей, самостоятельно. Друзья, на сегодня мы закончили лепку из пластилина. Пишите свои комментарии, подписывайтесь, ставьте нам пальцы вверх. Ну а мы с вами прощаемся, до новых встреч. Пока-пока, друзья!